Спорт для этих дошколят стал настоящим другом. Уже 6 лет они занимаются по межведомственной программе «Дети России образованные и здоровые». Физкультура и здоровый образ жизни объединяет малышей на соревнованиях и тренировках. А потому во всех видах спорта ребята знают многое. Что нужно для плавания? В этом году викторину «Умники и умницы» можно назвать самой массовой. В ней приняли участие сразу 16 детских садов Ленинско-Кузнецкого. К программе «Дрозд» присоединились воспитанники 4 дошкольных учреждений – детских садов номер 24, 49, 53 и 173. Знания у них, конечно, хорошие, причем у всех. Тяжело оценивать, то есть все ребята знают. Мы проводим спортивные и интеллектуальные конкурсы, потому что у ребенка в целом должно быть гармоничное развитие. Наиболее высокий результат в интеллектуальной викторине показал детский сад номер 2. И новички этих соревнований – детские сады 49 и 173. Они и вышли в финал викторины. А самыми умными дроздятами стали дошколята из детского сада номер 2. В ноябре спортивные испытания в рамках программы «Дрозд» ждут уже воспитателей этих детских садов.